Здравствуйте! Сегодня я вам хочу показать, как сделать вот такой бант на заколку или украшение на женскую одежду, либо использовать как украшение на упаковку подарка. Для его изготовления мне ушло две полосы ленты шириной 5 сантиметров и длиной 31 сантиметр и 3 сантиметра на поясок. Также вам понадобится пинцет, дешевая заколка, иголка с ниткой, зажигалка и ножницы. Для начала всегда надо опалить край ленты. Зажимаем пинцетом и быстро проводим зажигалкой. И все. Если долго держать над лентой, края будут чернеть, оплавляться и чернеть. Ну, приступим к началу изготовления. Ну и теперь начнем делать бант. Значит, ленту располагаем лицевой стороной к себе и будем работать так, чтобы лицо было только перед нами. Сворачиваем верхний правый угол на уголок. И угол можно разгладить. Это тоже. Теперь этот опускаем ленты кусок вниз и делаем треугольник. Так, сделали. Теперь этот треугольник сворачиваем. Вот так. И уголок выпрямляем. Вот, выпрямили, все сделали. Если вы боитесь, что угол потеряете, возьмите зажим канцелярский и зажмите. Затем низ заворачиваем направо. Завернули вот этот край ленты. Закладываем таким образом. Завернули. И вот этот уголок тоже можно прихватить зажимом. Так. Теперь ленту из-под низа поднимаем вверх. Вот таким образом, еще раз показываю. Вот эту ленту вверх поднимаем. Подняли. Это уже можно зажимом зажать. Теперь этот оставшийся кусок заворачиваем вот так. Тоже уголком. И ставим зажим. А этот хвост заводим на другую сторону четырехугольника. Вот у нас получился квадрат.
Теперь совмещаем нижний и верхний углы. Для этого палец держим в середине, а боковые зажимы снимаем и накладываем один на другой. Теперь снимаем верхние зажимы и все это выравниваем. Выровняли и сворачиваем этот треугольник внутрь. Так, свернули. Теперь мы серединку вот эту, вот средний лепесток, заворачиваем сюда вниз. Вот этот лепесточек заворачиваем вниз, внутрь. И зажимаем. А вот этот кусок ленты заводим на себя вперед. Завели. Вперед на себя. Вот здесь изнанка. Это лицо. Вот так он был. Заводим сюда. И складываем его углом. Сложили. И подняли вверх. У нас получился вот такой лепесток. Вот такой лепесток получился. Теперь, значит, надо выровнять серединку. Выровняете серединку и сошьете иголкой с ниткой. И точно так же сделаете второй лепесток. Сошьете их вместе и на место шва положите поясок и пришьете. И заколка для волос или бант для подарка у вас будет готов. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.